Всем привет, ребята! Сегодня мы будем делать 6 класс сокращения дробей. Очень легкая тема, вы все научитесь. Пожалуйста, подписывайтесь на меня и ставьте лайки. Это мой первое видео. Давайте сделаем первый номер. Сократите дроби. А, 15, 15, так мы сокращаем. 5 на сколько делится? Только на 5. Поэтому 5 делим на 5, остается 1. На какое число делим числитель, на то же число делим знаменатель. Знаменатель делим на 5, это делает 3. Получается ответ 1 третья. Очень легкая тема. Давайте еще 14/35 поделим. 14/35. На сколько делится 14? Давайте считаем, что на 2 делится. Но 35 же на 2 не делится. Поэтому мы берем другое число. 14 давайте поделим на 7. Делится, а 35 на 7 тоже делится. Делим. 14 на 7 поделить 2 раза будет. А 35 на 7 поделить 5 раза. Ответ получается 2 пятых. 2 пятых еще сократить невозможно, потому что 2 только делится на 2 и на 1. А на 1 сокращение дробей невозможно поделить. То же самое число получается. Потом. Давайте решим 10 шестидесятых. 10 шестидесятых. Можно десятки на самого себя поделить. А 60 на 10. Получается ответ 1 шестая. Потом 46 семьдесят вторых. Это равно. Это уже чуть-чуть сложный пример. 46 семьдесят вторых. 46 на 2 можно поделить, получается 23. 72 на 2 можно поделить, получается 36. Значит, делится на 2. 23, 36. Посмотрим, еще можно сократить. Ребята, еще в конце книги у нас есть простые числа. Сейчас. Вот наши простые числа. Их невозможно сократить. Давайте посмотрим. 23 это простое число? Да, 23 простое число. Значит, 23 только делится на самого себя, делится только на 1. А 36? Еще как можно. 23 можно на себя поделить, а 36 тоже на 23 поделить. Так, ребята, 23 36 поделить невозможно. Если 23 мы умножим на 2, то получается 46. А 46 это не 36, поэтому не делится. Все, больше это не делится. Пишем следующее число. Следующее число это 120/180. 120, ой. И 180. Давайте разделим. 120 делится на 12, но 0 убираем. Только когда вы пишете на тетради, 0 не зачеркиваем. 12 и 18. У них общий делитель это 3. Они оба на 3 и на 6 делятся. Давайте самый большой возьмем, на 6 поделим. 12 на 6 это делает 2 раза. А 18 на 6 это будет 3 раза. И 0 добавляем. Еще можно сократить, ребята. 20 и 30 обои делятся на 10. 20 делим на 10 2 раза. 30 делим на 10 3 раза. Вот получается 2 третьих ответ. Следующий пример давайте. 6 двадцатых. 6 двадцатых. Это равно. 6 двадцатых. Они оба делятся на 2. Не делятся на 3, не делятся на 4. Только на 2. Это 6 делим на 2, 3. 20 делим на 2, 10. 3 десятых больше не сокращается, поэтому 3 только делится на самого себя и на 1, а 10 на 3 разделить невозможно. Давайте еще один ряд порешим. 75/125. 75/125. Как они оба кончаются 5, поэтому они обе делятся на 5. Давайте 75 разделим на 5. И ответ получается, ребята, 15/25. 15/25 еще на 5 можно сократить. 15 делим на 5 3 раза. Это получается 3 пятых. Давайте следующий пример порешим. Это 21/39. 21/39.
21 и 39 обе делятся на 3. Давайте поделим. 21 на 3 делим 7. 39 разделим на 3, это будет 13. Они больше не делятся. 7 на 7 только делится и на 1, а 13 на 7 не делится. Поэтому больше сокращений у них нет. Следующий пример — это 28,84. Точнее, 28,84. Давайте поделим. 28,84. Они обе делятся и на 4, и на 7. Давайте на самый большой поделим, на 7. 28 мы разделим на 7. 28 на 7 поделим, получается ответ 4. 84 на 7 поделим, получается ответ 12. Как 12? 84 давайте разделим на 7. 8 на 7 один раз. Минус 7, 1. 4 добавляем сюда. 14 на 7 два раза. 14 минус 14 это 1. Значит, ответ 4 12. 4 12 еще можно сократить, ребята, на 4. 4 делим на 4 – 1, 12 делим на 4 – 3. Вот 1 треть дальше сокращать невозможно. Следующая цифра – это 14 210. Давайте сначала напишем. 14 210. Это равно. 14 210 можно обоих поделить на 7. 14 на 7 – 2 раза, 21 – 0 убираем, конечно. 21 на 7 делим 3 раза и 0 добавляем. 2 тридцатых. 2 тридцатых еще можно на 2 поделить. Это получается 1 пятнадцатых. А дальше сокращать их невозможно. Следующая цифра у нас 18,935. Это уже сложная цифра. 18,935. Еще я поделила, ребята, это получается ответ 6,645. 6,645, посмотрим, еще делится. Да, ребята, я поделила, это получилось 2,215. А 2,215 еще разделить невозможно, потому что 2 делится только на 2, а 5 на 2 не делится. Посмотрим для следующее число, это 117,234. 117,234. Посмотрим, это делится. Ребята, 117 – простое число, поэтому 117 делится только на себя. А 234 на 117 делится. Это получается 1 вторая, ребята. 234 делим на 117 – 2 раза. 117 делим на 117 – 1 раз. Вот, ребята, мы решили вот эту строку и эту строку. Все решили. Ребята, наверное, вы поняли эту легкую тему сокращения дробей. Если вы подписывайтесь на меня и ставьте лайк, ребята. И всем пока. Эта тема была совершенно легкая. 6 класс, математика. Всем пока, ребята.